Занимались вымогательством, хулиганством и криминальными разборками с применением огнестрельного оружия. Очередную молодежную банду обезвредили в Шымкенте. В ней состояли 10 человек, самому старшему из которых было всего 25 лет. По данным городского департамента полиции, при обыске у подозреваемых изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы. В подробностях инцидента сейчас разбираются правоохранители. Расследование продолжается. Преступную деятельность маргинальной молодежи пресекли в Шымкенте. Оперативники УБОП департамента полиции города в результате комплекса спецмероприятий задержали группу из 10 лиц, негативно влияющую на оперативную обстановку в регионе. В настоящее время по фактам уголовных правонарушений, совершенных маргинальной молодежью, проводится расследование.